На новую жизнь Сирии на этой неделе мир смотрел глазами иностранных журналистов. Большой пресс-тур устроили корреспондентам из Европы, США, Китая, чтобы они увидели, как возрождается страна после многолетней войны. Увидели и показали своим зрителям. Безопасность гарантировала наша Минобороны. На маршруте погранпереход на границе с Ливаном, по которому возвращаются беженцы, пункт размещения для тех, кому еще предстоит путь домой. Впервые журналисты увидели с сирийской стороны голландские высоты. Благодаря защите российской военной полиции там снова могут работать наблюдатели ООН. О том, какую роль наша страна играет в восстановлении мира, журналисты говорят в своих репортажах, которые уже в эфире. Возврат территорий под свой контроль, которого правительственным войскам Сирии удалось добиться с помощью российских вооруженных сил, по-настоящему впечатляет. Российские военные провезли нас от южных границ Сирии до самого Хомса. Мы проехали несколько сотен километров, минуя регионы, которые все еще контролируют силы оппозиции. Что касается Москвы, то российская дипломатия – ключ к тому, что будет происходить в республике завтра. Россия стала играть здесь огромную роль. Это единственное государство, которое может договариваться со всеми ключевыми игроками в регионе – Ираном, Израилем, Турцией, Сирией.